Влада має розставити всі крапки над «і» у скандалі навколо оборонної промисловості за тиждень, аби довести свою спроможність у боротьбі з корупцією. Про це заявила сьогодні в опозиційній платформі «За життя». Я бы не спешил в период выборов с какими-то выводами, потому что я хочу напомнить вам. Порошенко в свое время сказал, что он отрубит руки любому, кто ворует в оборонной отрасли. Поэтому давайте дадим неделю нашей власти. Если мы увидим отрубленные руки, если мы увидим хотя бы отстраненных от должности людей и начало расследования, тогда это одно. Если это не произойдет, ну тогда это одна шайка-лейка. Сейчас выборы. Сейчас власть не может замолчать, как она делала раньше. Сейчас придется чухаться, да?